Письмо Деду Морозу 13-летнему Саше Трифонову помогала писать бабушка. У мальчика тяжелый диагноз – детский церебральный паралич. Семья отважно борется за жизнь Саши, который оказался настоящим патриотом своей родины. Пожертвовал новогодним подарком в пользу военнослужащих. Любого человека, кто прочитал это письмо, сразу так берет за живое, что даже слов нет. И основной смысл письма – Дед Мороз, мне подарок не нужен. А лучше сделай подарок бойцам, которые сегодня участвуют в спецоперации на Украине, чтобы этот подарок им помог победить. Дед Мороз мечту исполнил. Почетную миссию передать подарок доверили Владимиру Писаченко, который на днях доставил в зону проведения СВО квадрокоптер. Этот чудесный подарок, беспилотный летательный аппарат Дед Мороз подарил нам от Саши Трифонова. Саша, спасибо тебе большое за такой подарок, который нам поможет одержать победу. Ты настоящий патриот своей страны, настоящий герой. Победа будет за нами. Слава России! Бойцы передали Саше ответное письмо, в котором пообещали мальчику вернуться с победой. Я думаю, вот этот весь внутренний духовный настрой должен ему помочь. Мы надеемся, что Саша поднимется, мы еще с ним футбол погоняем. У нас очень большое желание, а как говорится, у нас есть мечта, а мечты должны сбываться. И вот Саша, мы всей душой, я хочу сказать, выздоравливай. Становись на ноги и побежим хороший солнечным днем, весенним, с тобой погоняем футбол. Я думаю, даже мальчишки приедут. С удовольствием, когда закончится война, мы с тобой еще погоняем. В ответ на доброту и внимание Саша получил еще один подарок с Донбасса. Местный кузнец изготовил для мальчика статуэтку. Мы нашли мастера, который делает такие вещи. И он нам передает в дар для Александра, мальчишки, который тяжело болен, вот этот сувенир. Шите. Санечек. Выздоравливай и держись. Да, Донбасс так... весь за тебя. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.